хотела бы выразить удовлетворение, что мне дали слово после того, как дали слово геологам и геологоразведчикам, которые так обоснованно защищали свои позиции. И, в общем-то, к ним не придерешься. С чисто геологической и геологоразведочной, и геологодобывающей стороны все очень правильно, все грамотно сказано. А вот, к сожалению, они даже не попытались, ну, как-нибудь более-менее обоснованно сказать о другой стороне геологических различных изысканий и геологоразведки, и там добычи и все прочее. Нет ничего вреднее для природы, для живой природы, чем геологоразведочные и горнорудные разработки. Вообще любые. И поэтому к этому надо относиться крайне внимательно и осторожно. Я не говорю, что это там положено на 100%. Надо все это ликвидировать. Но мы сейчас, в данный момент, вот как Кыргызстан, как страна, и мы как жители Кыргызстана, мы находимся, можно сказать, в критическом, отчаянном положении, в значительной мере из-за вот этих горно-рудных разработок, которые одно время вообще никаких правил не соблюдали. Они были господами на нашей земле, они топтали ее, ломали, крушили, вытирали об нее ноги на протяжении десятков лет. Я этому живой свидетель, потому что я, начиная с 50-х годов, ездил по всему Кыргызстану. Я был на очень многих местах, где прошли горнорудные разработки. А поскольку я изучаю живую природу, я видел, насколько разрушенная вот эта живая природа не только на месте рудника, но уже начиная с, так сказать, изыскательских работ. Например, в западном Тяньшане я видел сначала реки, где, ну, положим, можно было видеть небольшие участки, положим, которые были почти черными, там дна не видно было. Почему? Да потому что там рыбы стояли рядом друг с другом, и их спины темные, полностью закрывали дно. И через некоторое время, буквально несколько лет спустя, я в тех же местах был, и там нет рыб вообще. Там вообще никто не рыбачит, а рыб нету. Ну, зато там. Были геологи, разведочные работы, для них построили мост. А эти рабочие, которые строили мост, они оставшиеся все эти химикаты выливали в реку, и вся река была белая. Я даже сам видел эту белую реку. Вот то была темная река, а теперь белая, потому что эти рыбы всплывали вверх брюхом. Но они только собирали не по несколько рыб, которые возле берега, все остальное утекало вниз. Это вы считаете просто, как бы, ну ладно, они поразвлекались. Ладно, они там далеко живут от базаров, им негде, так сказать, купить. Нет, их снабжали очень хорошо. Им было что поесть, что попить, это не то, что мы, положим, экспедиционщики, у которых все-таки были очень большие ограничения в питании. Таким образом, никаких оправданий вот на этом этапе и на всех последующих, а я видел последствия всех последующих вещей, я не могу привести и согласиться с этим. Это раз. Для геологов, геологоразведчиков и горноразработчиков живой природы не существует как таковой. И мы вот сейчас убедительно были свидетелями
они, когда рассказывают обо всем этом, они исключительно преследуют вот эти вот интересы. Вот, и причем даже когда они приводят цифры, то это настолько жалкие цифры за лицензии, за использование нашей территории, что просто диву даешься, как можно продавать нашу родную землю за такую цену. Это же не только участок рудника и хвостохранилищ. Это весь Кыргызстан от этого страдает. Весь Кыргызстан был и сейчас покрыт дорогами, которые ведут в никуда. А вы знаете, что дорога, по которой более-менее регулярно транспорт ходит, он отнимает у живой, у дикой природы не менее 1 квадратного километра на каждый километр своей длины. Так вот, у нас вот это в частности привело к тому, что мы сейчас находимся на грани существования. Никакая продажа наших недр не спасет нас. Потому что основа существования в любой стране – это живая природа, дикая природа. Это естественные экосистемы, которые создают природные основы существования. Вот этот все говорят, климат. То жаркий он, то холодный. Вот во Франции вчера снег пошел, в Южной Франции и так далее. Потому что это Европа вся разболталась с точки зрения природных основ. Их спасает только то, что она окружена морями. А у нас морей нету близко. И вот, наконец, мы пришли к такому положению, когда вот до получения независимости мы имели около 50% продуктивной территории, исключая там снежники и прочие всякие места. Мы имели около 50% продуктивной территории, занятой вот этими естественными экосистемами, которые и обеспечивали нам более-менее стабильный климат. Потому что ничто на Земле не может создавать нормальные условия существования, в том числе и для человека. Только дикая природа. Никакие искусственные насаждения, ничего не может это делать. Естественная экосистема. А теперь, ну вот, я в свое время ездил по миру и был положен в странах разных самых, в том числе был и на Ближнем Востоке, и в странах Северной Африки, откуда сейчас катится волна беженцев, в ту же Европу. А почему уже тогда, когда мы были, мы посещали, положим, даже национальные парки, и я приходил в ужас, в каком разрушенном состоянии находится с точки зрения сохранения исходной дикой природы их национальные парки, и уже теперь нельзя говорить о других территориях. И я тогда уже пытался пообъясниться с, значит, своими коллегами, что это вообще нужно бить набат, потому что тогда, если у них уже разрушены природные основы существования, то как минимум лет через 20 им придется драпать со своей территории. Вот прошли эти 20 лет, и они драпают. Екі минут берелі? Қош бергілі. Вас всех предупредить. У нас осталось всего 5%. Я единственный, кто в Центральной Азии занимается естественными экосистемами. Все занимаются, бог знает чем, рассыпались на частности. Так вот, у нас тоже осталось не более 20 лет, чтобы мы это не почувствовали уже
таким образом, что нам придется отсюда куда-то драпать. Наконец, не надо говорить о том, что эти горнорудные производства там разрушают природу на каких-то ограниченных участках. Ничего подобного. Они разрушают на огромном пространстве вокруг или будущего родника, или рудника, или вот этих сооружений, которые сопутствуют им, в том числе там хвостохранилищ и прочего. И поэтому вот эти факторы, особенно для радиоактивных элементов, которые добываются, они становятся как бы достаточно долгосрочными и постоянно опасными источниками и для человека, и для дикой природы. Это, вообще-то говоря, язва на теле нашей родной природы, нашей родной земли, которая слишком долго не будет зарастать. И они будут приводить ко все более тяжелым и тяжелым осложнениям. И тут я не буду еще дальше об этом говорить, просто я думаю, что если мы сейчас не остановимся, не приведем в порядок, то потом мы даже не сможем передать кому-то в руки, чтобы они тут навели порядок.